Химерсферик, открыт в 1998 году, был первым зданием в городе искусств и наук, который открыл свои двери для публики. Это впечатляющее здание в форме глаз разработан Калатравы Сантьяго, который внутри дома большой холл с вогнутый экран площадью 900 м во второй степени и 24,4 метров в диаметре. Программирование предлагает вопросов к науке и технике и периодически изменяется. Он имеет приблизительную площадь 143 тысячи м во второй степени и дома 2 вогнутые экрана проекционных систем, большой формат театр и махдом. Цифровой проекции, с астрономическими выступления и развлекательные.